Видные крючки. Вот такой комплектик у меня получился. Одиннадцать крючочков. Самые длинные это метр. Вот этот, который побольше, метр три. Вот эти маленькие по 45 сантиметров. Самый толстый 14 миллиметров, самый большой. Потом идет 12, 10. Вот эти вот крючочки восьмерка. Это вот у меня из четверочки. Довольно удобно ими работать. В закрытом доступе. Вот. То есть для труднодоступных мест я пользуюсь вот такими крючочками. Конфигурацию при желании можно менять в зависимости от ситуации. Вот. То есть это как бы не аксиома, а крючочки, которыми можно перегибать, перегинать их туда, куда надо. Вот, в частности, вот этот я сделал с большим загибом. Потом нужно было мне куда-то подлезть. Я его вот таким образом подогнул. И, то есть, это все можно под конкретную ситуацию менять конфигурацию и ими работать. Вот такие вот крючочки. Всем удачи, пока-пока.